Ребятки, ну еще я вам расскажу о вот таком вот чуде. Да, его хозяйка попросила меня сделать четки. Говорит, мне очень-очень откликнулся халцедон. И я один раз начала его, потрогала в руках халцедон, второй раз. И понимаю, что это вот прям на сегодняшний день прям не ее камень. Вот не, ей не это нужно. И просто руки сами потянулись вот к этим великолепным камням. И, конечно же, первый из камней – это лавандовый кварц. Почему лавандовый кварц? Потому что это та девушка, которая видящая, видящая с детства. И чтобы помогать людям выводить их туда, куда они не могут самостоятельно прийти, чтобы не расплескаться самой, чтобы не потеряться вот в этих вот лабиринтах судьбы, чтобы не потеряться в этих взаимосвязях, как взрослому человеку, это тяжесть, это всегда какие-то преодоления препятствий. Ей нужно уходить в расслабление, в детство. И как раз вот этот вот лавандовый кварц – это всегда про расслабление. Лавандовый кварц – это про ясновидение. Да, и когда ты расслабляешься, когда ты идешь в легкости, в такой, в непосредственности, в детской непосредственности, перед тобой открываются абсолютно все миры. Все миры, которые ты можешь настолько четко, настолько нежно транслировать любому другому, что у него не останется никаких вопросов. Ну и, конечно же, это аквамарин, это сокровище русалок. Что еще нужно девочке? Что еще нужно девочке, которая до сих пор запакована во взрослую красивую женщину? Это нежность, это реализация задуманного, это стихия воды. Это когда ты при расслаблении, как ребенок, можешь как водичка проникнуть в любой уголок подсознания, соединив подсознание с сознанием и вывести это в слова. Слова, которые будут говорить ты, которые будут говорить те, с кем ты работаешь. Конечно же, это великолепный, красивый аквамарин, который у нас держит ключик. Ключик к мирам, к тем мирам, где хозяйка этих четок будет водить своих клиентов, убирая все препятствия, которые они притащили сюда, в этот мир, не осознавая даже для чего. И вот такие вот великолепная нежность русалки, нежность ребенка, нежность лавандового кварца и аквамарина сегодня отправляется к своей хозяйке.